Баскетбольный клуб «Енисей» поддержал благотворительную акцию, организованной управляющей компанией «Юстас» для детского дома номер 2 имени Пономарева. Игроки мужской команды баскетбольного клуба «Енисей» Александр Павлов и Энтони Хиллиард приняли участие в установке комплекта нового сантехнического оборудования, которое для подшефного клуба детского дома предоставила и установила управляющая компания «Юстас». Чтобы принести замену смесителя, надо перекрыть подающую воду. Подающую воду, вон два вентиля стоят. Подающая вода. Она туда, надо на чем-то встать и перекрыть. О, как раз! Вы сможете перекрыть им те два вентиля? Без проблем. Давайте, это нормально. Давайте. Идите, Один. Второй. Все, хватит. Вода с тепла. Откручивай. Откручивай, ага. Так, это... Туда. Все правильно. Почему вода стекла? И теперь гайки должны пойти от руки. По идее. Я жду, когда вода пойдет. Вот и все. Вот таким макаром снимается. Не сюда. Без вы. Вниз. Да, вниз. Все, чтобы смотришь, попадали в это. Хорошо. Игроки мужской команды клуба не только в очередной раз в этом сезоне пообщались с воспитанниками детского дома, но и попробовали свои силы в сантехнических работах. В жизни там один винт покрутил и все, как бы, ну, обычно не такой смеситель, но был разок. Ну, мне жена помогала чуть-чуть, она как бы разбирается, поэтому нормально, быстро получилось. Интересно было посмотреть вообще, в принципе, как это правильно делается. Тогда-то я особо не знал, так... На скорую руку, как получилось, так получилось. Ну теперь дома вот смеситель сможешь сам? Да не, лучше пускай жена. It was easy, just twist a wrench, but that was my first time. Just I fixed things before at home, but toys for my nephew, I have a nephew, like my sister has child, so I fixed like toy for him before, so I know how he is.